Всім-всім привіт! Мене звати Анна Головченко, і сьогодні я розпочинаю вечір факапів у People First Club. Я вітаю всіх, хто вже встиг приєднатися. Ми почекаємо для пристойності ще пару хвилин для того, щоб всі бажаючі долучилися. Пишіть в чаті, чи чути, чи видно нас. Сьогодні вечір факапів, тому можливо все. Я уявляю, що в мене, можливо, цей мій вазон впаде на мене посеред. Я цього не перформанс не планувала, але все може бути. Сьогодні вже впав сайт, було все. Спікери всі живі, здорові, так що все гаразд. Всі є, всі на місці. Дякую, що пишете, що чути, все супер. Привіт, привіт, привіт. Настя, Наталя, Оля, Олена. О, у нас друзі з Норвегії навіть. Круто. Сергію, привіт. Настя, привіт. Вікторія, дуже дякую, що написала, що нас дуже добре чути і видно. Круто, я дуже дякую. Давайте трошки познайомимося, звідки ви, яке місто сьогодні нас на дроті. Норвегію ми вже бачили. Хто ще? Пишіть своє місто. Я, наприклад, зараз з файного міста, не Тернопіля, файного міста Львів. Звідки ви? Звідки приєднуєтесь? Так, Київ. Дніпро, круто, Київ, Харків, Львів, Херсон, хто ще? Дніпро, круто, Миколаїв, круто, Київ, Львів, Київ на дроті, Франківськ на дроті, чудово, Сицилія, Боже, Канада, все, у нас міжнародний івент. Просто вселенського масштабу. Львів, Італія, дуже-дуже круто. Народ, я вам дуже дякую за активність в чаті. Тримайтеся так і надалі, будь ласка. Давайте ще провіримо по професіям, хто у нас сьогодні зібрався, ким працюєте. Нагадаю, що People First Club – це... так, Publish, чекайте. У Display Results. О, от тепер маю натиснути і вам має з'явитися. People First Club – це найбільший всеукраїнський професійний клуб HR-рекрутерів в IT. Подивимося, яка аудиторія зібралася сьогодні, хто переможе. Голосуйте, HR-рекрутери, дженералісти, HR-и, не HR-и. Так, голосуємо. Так, рекрутери переважають поки що. Почекаю ще пару секунд. Бачу, що ви активно голосуєте. Дуже дякую. Ну, рекрутери все одно в перше місце тримають. Ну, дивіться на результати. Вам видно? Напишіть мені в чаті, чи вам видно результати. Ресерчер, клас. Вікторія, привіт. Рада бачити. Так, поїхали далі. Подивимося, де працюєте. Так, рекрутер у нас перше місце, не HR, а 16% друге місце. Я думаю, сьогодні теж є розробники про вас і про історії з вами, факапи теж будуть. HR-дженералісти, HR зайняли третю позицію, молодці. І перевіримо, звідки ви. Так, пім-пім-пім-пім-пім. Де ви працюєте? Подивимося, яка аудиторія у нас зібралася. Так, для розминки, поки всі збираються. Продуктова компанія, аутсорс, щось інше в IT, фріланс, власний бізнес, можливо, ви не з IT. Провіримо. Ого, у нас так продуктових багато сьогодні. Круто. Зараз побачимо результати. А поки слідкую за чатом, так, Київ ще, СММ-агенція, клас. Я думаю, що наші факапи будуть і зрозумілі, і цікаві, і веселі всім. А ну, дивимося разом на результати. Так, хто у нас сьогодні переможе? На першому місці IT Outsource, на другому IT-продуктова компанія. Із неї IT-компанії сьогодні 14% учасників. IT щось інше, і фріланс, власний бізнес, 3%, тримаємося. Ну і нарешті останнє. Нагадаю, ми сьогодні зібралися поговорити про факапи.
Тому, до речі, у нас сьогодні діє два правила. Спікери говорять правду, але всі решта їх не засуджують. Тому подивимося, що у вас. Чи встигли ви вже нафакапити на початку року? Чи отак, чи ще ні? Скільки днів на початку року? 18. Сьогодні 18 січня. І чи поїхали з останнім опитуванням на старті? Розімнемося. Хтось відповів, ще ні. О, Боже, а я вже встигла. І вже багато. Слухайте, то ви такі ідеальні. Так багато ще ні. Якщо потрібна допомога з факапом, викликайте мене. У мене завжди, якщо до чогось справи беруся, у нас спершу все ламається, а потім я вмію все полагодити. Так що всі, хто ще ні, кличте. Окей. Ну що, дивимося спільно на результати. Нафакапити встигло чверть наших учасників. Все решта ще не встигли. Ну, я сподіваюся, що ми вас сьогодні надихнемо. І ви знайдете пару прикладів факапів, які ви можете здійснити в себе. Так, ще нічого не робили відпустки. Скільки того року пройшло? Канікули до 10 січня, ви щасливі. Корона рахується за факап? Ні, не рахується. Те, що полагоджено, можна зробити вигляд, що не факап. Яна, так, я теж так вважаю. Взагалі, для чого ми зробили цей івент? Я дуже дякую Юлі, яка перша підтримала, Юлія Кескін, яка сьогодні з нами спікером, вона підтримала мене з ідеєю цього івенту, бо тому, що ми віримо в те, що не помиляється лише той, хто ніфіга в цьому житті не робить. Той, хто хоч щось робить, завжди фейлить. Просто в нашій ментальності, в нашій культурі, навіть в ІТ, говорити про свої факапи публічно, це якось соромно, не по собі, ще не модно. Ми хочемо встановити ці тренди і навчитися говорити про факапи, приймати їх, виносити звідти свої уроки, місцями плакати, місцями сміятися. Я сподіваюся, що сьогодні кожен з своїм келихом чи горнятком, хто з чим, алкоголем чи без, вийде з мітапу з декількома аутками, з декількома результатами. Перше, зрозумієте, що помиляються всі. Друге, ви зрозумієте, що висновки, які роблять з мітапів, з факапів, перепрошую, бачите, от перший вже факап за сьогодні, я встигаю факапити скрізь. Висновки, які ми робимо з факапів, вони дуже-дуже повчальні. Це те, що створює наш досвід, це те, що формує нас. Ну і, власне, що факапити поруч з кимось, факапити в спільноті набагато приємніше і тепліше, ніж факапити наодинці. Тому для всіх учасників сьогоднішнього мітапу я вас всіх запрошую в найбільшу в українську спільноту HR for Recruiters IT. Для вас сьогодні діє спеціальна пропозиція. Ви можете приєднатися для нас на рік, але про це згодом. Ми ж прийшли послухати не це, правда? А прийшли послухати наших спікерів. Тому я запрошую дівчат включити камери. Влада, Юля, давайте всіх привітаємо, всім помахаємо лапками перед тим, як ми вийдемо і розм'ютимося. Я капець як вдячна вам за те, що ви, особливо дехто з вас, хто застрибнув в останній вагон, повірили в ідею. Ми до останнього готували слайди, готували себе, чекайте, тут світло поправляли, для того, щоб вийти і показати справжніх себе. Я вам, друзі, сьогодні всі, хто з нами в лайві, бажаю отримати задоволення, бажаю побачити себе в тих факапах і бажаю усміхнутися в кінці. Тому я передаю слово нашому першому спікеру, засновниці рекрутного агентства Very Busy Recruiting, Юля. Юля, тобі слово, ти з нами, ти нас чуєш? Да, всім добрий вечір. Слышно мене, видно, перевірка зв'язку. Да. Слышно, видно. Спасибо большое за то, что позвала, Аня. Очень рада видеть столько участников. Я еще больше стала переживать. Вообще готовиться к ивенту о факапах оказалось очень сложно. Вот, потому что, первое, мне казалось, что все мои кейсы недостаточно факапистые. Мне казалось, что зашквар не настолько большой. Вот, и вообще, как скучно я живу. И второе, говорить об ошибках сложно, потому что я человек, воспитывавшийся еще там, в Советском Союзе немножко, да, вот, и нас учили, отголоски Советского Союза, да, нас всегда учили в школе, что ошибаться – это плохо.
Ну, то есть ты не должен вообще никогда ошибаться, должен всегда все делать правильно, учить уроки, там, не знаю, знать свои предметы, дословно, и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что вы не будете бросать тапками в меня после моих историй и в моих коллег, у которых тоже интересные очень кейсы. У нас на повестке дня три истории. У каждого кейса, у каждого три кейса, и я начну, наверное, с того, что я расскажу очень кратко о себе. Вот, как и просила Аня, я 12 лет работаю в IT, HR и recruitment функции. Это мой основной бэкграунд. Последние 2 года учусь строить свой бизнес, а именно рекрутинговое агентство Varibizy Recruiting. Я почти не читаю бизнес-литературы, вот вам пошли первые признания. Воспитываю кота и мечтаю объездить 50 американских штатов. Вот, недавно осуществила свою мечту, вот, и, в общем-то, посмотрела первые 4 штата и решила, что все, мне теперь нужно посмотреть все 50. Вот, собственно, коротко обо мне. И коротко о моих 3 кейсах, о чем буду рассказывать. История будет о клиенте, которому не смогла помочь, история о драконах, с которыми не справилась, и история о команде, которую не смогла удержать. Окей, поехали. Первая история. Ну, конечно же, мы начнем с прошлого года. Представьте себе, прошлый год, он еще не успел, так сказать, остыть. Вот, разгар весны, пандемия и карантин, все сидят дома, пытаются не свихнуться, в общем-то, от потока новостей о COVID-19. Кто-то параллельно, то есть у меня, мое пространство, в общем-то, разделилось, социальная моя такая лента разделилась на тех, кто переводили сотрудников на удаленку, и вторая часть людей делала домашние воркауты и вообще проводила замечательное время. Вот. А я оказалась вообще дома, вообще с супер какой-то вообще прокрастинацией. И, ну, потому что почему? Потому что бизнес замер, потому что сразу же после того, как он замер, он начал оптимизировать расходы. Так что большая часть клиентов нашего агентства, конечно же, заморозила поиск. Эта ситуация была не только у нас, вот, но как бы тем не менее. В общем, каждый наш день стал похож на день сурка. Вот, такой проснулся, понял, что работы по-прежнему нет, вот, и, в общем-то, что-то попытался с этим сделать и заснул. И так, в общем-то, длилось довольно долго. И вот в один из таких дней, когда ты уже не ждешь ничего хорошего от этой жизни, вот, мне прилетает запрос от потенциального клиента о помощи с масштабированием команды. И я вот так вот читаю это письмо, и оно настолько прекрасно, и там прекрасно все. То есть американский стартап, перспективный домен, крутая зарплатная вилка, причем такая даже выше рынка, вообще выше рынка нашего украинского в том сегменте. Клиент, опытный инженер, получивший образование в топ-3 самых престижных университетов вообще в мире. И им нужны, клиенту нужны software engineers без привязки к технологиям. И тут должен быть такой первый звоночек в голове, такой дзынь, который должен был у меня зазвенеть, вот, без привязки к технологиям, да, но он не зазвенел. Дальше запрос такой, что нужны лучшие инженеры. Дословная формулировка – топ-1% рынка. Здесь должен был зазвенеть второй звонок, вот, в голове, но он тоже не зазвенел. Дальше позиция предусматривала 5 этапов найма, каждый от 1,5 до 3 часов, включая лайв-кодинг. И здесь должен был третий звоночек зазвенеть у меня в голове. Конечно же, тоже этого не произошло. В общем, все эти вводные данные были мной восприняты как вызов. И, конечно же, мы берем в работу этого клиента и начинаем вести позицию. В работу беру позицию я, потому что она, мне кажется, ну, она нетривиальная, она довольно сложная, и почему бы не тряхнуть стариной. В общем, веду позицию я как рекрутер, члены моей команды помогают мне с сорсингом. Что было дальше? Что было дальше? Значит, первый месяц поисков. Ну, во-первых, как я уже говорила, там не было привязки к технологиям.
И учитывая разнообразный технологический стек продукта, с чего мы начали? Мы начали с той технологии, на которой было написано основное решение клиента. Результат. За первый месяц поиска у нас 100% market reach, то есть мы охватили всех людей, всех инженеров, специализирующихся на данной технологии. И итог первого месяца – это 13 кандидатов, которые завалили первый технический этап. Значит, месяц второй. Мы помним, что там было требование топ-1% рынка. Мы попытались разобраться, что вообще такое топ-1% рынка, что клиент понимает под людьми, которые входят в этот топ-1% рынка. Да? То есть нам надо было синхронизироваться. То есть по каким признакам мы можем отбирать этих людей, да, то есть это развитие, там, contributing или там развитие open-source сообщества, это какие-то публичные выступления в профессиональных сообществах, это, не знаю, там, GitHub аккаунт с кучей звездочек и форков и так далее. Разобрались вроде бы как, стали хантить таких ребят. Итог за второй месяц поисков. Значит, 8 кандидатов в нашем пайплайне, половина из которых не были готовы менять компанию в конкретный момент времени, но были готовы рассмотреть ее в будущем. И вторая половина которых не прошла либо первый, либо второй этап интервью. Пошел третий месяц поиска. На третий месяц клиент подключил... два других агентства, мы с ними начали работать параллельно, какое-то оживление пошло, даже какая-то надежда появилась. Мне прям даже было интересно вообще, у кого все-таки будет какой-то первый прорыв. Но результатов не было ни у нас, ни у коллег-конкурентов. Прошел четвертый месяц поиска. Другие агентства постепенно отпали. В нашем пайплайне кандидатов почти не было. Мотивации драйвить поиск у меня давно не осталось, просто потому что, ну, по многим причинам, ну, основная, наверное, была, то есть любой рекрутер, когда он кого-то ищет, ему нужны какой-то позитивный фидбэк, да, нельзя все время играть в одни ворота, и когда ты ищешь долго, то есть можно искать долго, да, но с условием, что когда-то ты получишь обратную связь, и ты все-таки, ну, какой-то прогресс по позиции будет, да. Когда ты там 4 месяца ищешь, находишь людей, которые тебе кажутся подходящими, ты там доуточняешь требования, тебе кажется, что ты уже все знаешь об этой позиции, и все равно люди не подходят, ты постепенно теряешь надежду, постепенно ты начинаешь сомневаться в себе, и постепенно ты теряешь интерес к этой позиции, очень, ну, как бы, как есть, да, и ты вообще такой занимаешься этим, сложа руки, но, тем не менее, продолжаешь заниматься, не знаю, в надежде на что. В общем, я продолжала ехать на этой полумертвой лошади. Вот. И на каждом звонке с клиентом я говорила о сложностях, о блокерах в поиске. Ну, в общем, я вела себя как типичный сотрудник с руководителем. Там, отчитаться за проделанную работу, рассказать о планах там, на следующую неделю. И признаться в том, что у меня не получается с этой вакансией, означало для меня фактически признать, что я не такой уж крутой рекрутер, каким я себя считаю. И факап, в общем-то, в чем? В том, что внезапно стал наступать конец года, и, в общем-то, спустя 7 этапов интервью, там было 5 этапов изначальных, и 2 возникло дополнительно, моему самому перспективному кандидату в очередной раз отказали с формулировкой о product capabilities недостаточных, которых там не хватило клиенту. И я поняла, что ситуация уже давным-давно вышла из-под контроля и что нужно прекращать. Факап мой в том, что в данном случае с этим клиентом я не была партнером-консультантом. То есть партнер-консультант, то есть к нам приходят бизнесы за помощью профессиональной в том, чтобы отмасштабироваться, Б, чтобы понять вообще, что происходит на рынке, какие риски есть у данного там запроса клиента и так далее. И мне нужно было сказать очень простую, точнее, как простую, но не очень приятную вещь.
спустя, я думаю, 2 месяца, а не 6, сказать о том, что сочетание вот этих суперзавышенных нереалистичных ожиданий по опыту, по личностным характеристикам, по зрелости, по уникальности, которая должна присутствовать в кандидате, и нежелание клиента идти на компромиссы и понять, что есть рынок штатов, и там есть своя история развития, да, инженеров и вообще разных профессий, и есть рынок Украины. И у нас здесь совершенно своя история. Большинство программистов в украинском рынке используют топ-даун подход, так называемый. Да? То есть они учат какую-то определенную технологию, и, в принципе, и дополнительные, в общем-то, сопутствующие инструменты, которые, в общем-то, с этой технологией работают, и они очень долго на этой технологии фокусируются, и у нас очень много framework-oriented developers, как я их называю, да, то есть у нас нормально для нас искать там React-разработчика, там, не знаю, Angular-разработчика, Node.js-разработчика. Когда речь заходит про software engineer, здесь все намного сложнее. Вот, и об этом нужно было сказать спустя 2 месяца клиенту, сказать о том, что твои, в общем-то, ожидания по найму единорога, они непрогнозируемые, и я не смогу тебе в этом помочь, да, потому что у нас есть определенные ресурсы, определенная capacity в команде. Как бы сильно мне не импонировал ты как личность, потому что клиент мне еще импонировал сам по себе как человек, он правда, он очень интересный. И в конце концов, we are making business here, you know, то есть как бы 6 месяцев поиска, это, ну, то есть работа над этой позицией, она давно ушла в минус для меня, ну, в целом, для нас как агентства. Вот. И в итоге, что мы имеем? Мы имеем то, что мы не помогли клиенту, то, что он потратил время и не получил результат, и мы уж точно не помогли себе. Поэтому, в общем, вывод такой, что иногда как-то нужно думать о себе как о бизнесе, и нужно думать о том, как можно помочь клиентам, что, и что помощь не всегда заключается в очевидных вещах. Вот. И что иногда быстрое «нет», оно дает больше результата в итоге, чем долгое «да». Вот, это первое. Это конец первой истории. История номер 2. Так. История о драконах, с которыми я не справилась. Это вообще история довольно... Она не текущая, она произошла много лет назад. И у каждой профессии, на мой взгляд, есть свои драконы. И самые главные драконы у рекрутеров, по моему мнению, это скорость и давление. Как быстро ты поймешь, кто нужен? Как быстро ты поймешь, где искать кандидата? Да? Как быстро ты поймешь, как искать? Как быстро ты найдешь в итоге правильного кандидата? Как быстро твой правильный кандидат станет частью команды? В общем, ты должен, как рекрутер, действовать быстро, быстро соображать, быстро адаптироваться к изменениям. И все это под давлением, которое постоянно над тобой висит, вот, в общем. И так вышло, что 12 лет назад мне пришлось сменить род деятельности и страну проживания. И со вторым пунктом все вышло не очень удачно. И вот она я, вернувшаяся из другой страны, домой, полная отчаянности и решимости вернуть свою жизнь обратно и, конечно же, работу тоже. В общем, я пишу подробности 2-недельного поиска работы и десятков интервью, но, конечно же, ту самую компанию я таки нашла. Тут еще такой интересный момент. Уже сейчас я понимаю, что, ну и многие, наверное, из вас знают, что если ты хочешь узнать и понять, будет ли тебе комфортно работать в компании, то тебе точно нужно пообщаться с ее руководителем, да, или там с ее владельцем. Проанализировать сигналы, там, найти причинно-следственные связи и только после этого принять решение. Ну, как бы, если бы я знала. Вот. В общем, я стала работать в компании единомышленников, которые шли к светлому будущему и которых штрафовали за опоздание на работу, которым
недоплачивали, если суммарное количество часов, проведенных в офисе за месяц, было меньше ежемесячной нормы рабочего времени, установленной Кодексом законов о труде. Сотрудники, которые работали по принципам, описанным на плакатах, которые были везде развешаны по офису, «Слава труду», «Не болтай» и вот в таком духе. Сотрудники, у которых не было выходных праздничных дней в году, кроме 1 января и 9 мая. И, в общем-то, в компании, которая не нанимала специалиста, каким бы классным он ни был, если он курит. В общем, у меня было много открытых вакансий в работе ежемесячно, и в целом было много работы. И одна из сложных позиций, которую я тогда вела, называлась серверный администратор, или сейчас их называют DevOps. И стоит сказать, что в то время, это было, напомню, там 12 лет назад, найти людей, которые готовы были работать в компании закрытого типа, в специфическом домене, было не очень просто. В общем, спасал хайлот, спасали в целом рыночные зарплаты, спасало мое человеческое отношение к кандидатам и умение даже самые странные вещи и стрёмные как-то скоммуницировать адекватно людям и понятно. Все кроме вот того, что мы не берем людей, какими бы они были классные, которые курят. И самое время здесь, наверное, вспомнить о тех драконах, о которых я говорила раньше, да, о скорости и о давлении. В общем, серверный администратор нужен был на вчера. В пайплайне текущие кандидаты, большинство текущих кандидатов не дотягивали до уровня по опыту, по знаниям и по фриковости. Anyway, тот, кто ищет, тот всегда найдет, так что, в общем, я... Таким мне удалось привлечь потенциально очень классного кандидата. И Костя прошел все этапы интервью, и даже тот факт, что он не был геймером, в общем-то, не остановил SEO от подготовки ему джоб-оффера. Была всего лишь одна вещь, которая могла перечеркнуть здравый смысл в моем понимании. И упустить кандидата. Это Костя был заядлым курильщиком. И как и подобает всем приличным админам. Вот. И, в общем, мной было принято решение идти против системы и скрыть этот факт от SEO, условившись с кандидатом, что он, во-первых, перестанет курить возле офиса, то есть он не будет выходить сразу на крыльцо и курить, будет куда-то там ныкаться, короче, шифроваться. Вот. И вообще в целом будет стараться делать это меньше. В общем, как вы думаете, что было дальше? Просто вот. Интересно. Я думаю, що він почав курити разом з усім. Да, на самом деле, то есть Костя не стал курить меньше. Ну, то есть, понятное дело, с какой радостью я думала, что Костя вот перестанет курить и будет курить меньше. Конечно же, он не стал меньше курить. Какое-то время он умудрялся не палиться. Пока в один прекрасный день, вот в лучших просто традициях, не знаю, вообще вот идеальных факапов, его не заметил SEO, который возвращался с обеда. То есть не то, чтобы там кому-то что-то сказали, то есть его заметил прям конкретно SEO. И вот он вызвал меня, так сказать, на ковер, вот, и мы с ним имели очень приятную беседу. Вот, и нет, меня не уволили после этого поступка, но я думаю, что он положил начало моего конца моего сотрудничества с той компанией, и я помню, что я тогда пыталась отстоять свое мнение, приводя аргументы в пользу квалификации Кости, да, то есть чем мне было крыть, тем, что как бы Костя, ну и того хорошего, что он успел сделать 2,5 месяца работы в компании, то есть я говорила о его личностных характеристиках, которые были просто отличные, и, ну, то есть претензий к ним не было. И я вообще думала, что я борец за справедливость, идущий против системы. Но если бы это было правдой, то я бы пошла к SEO прямо, да, и мне нужно было открыто отстаивать кандидата
и до того, как принимать по кандидату финальное решение. Но дело в том, что я была уверена, что его не возьмут. То есть я, по сути, как бы даже не дала шанса этой истории развиться как-то по-другому, да. И, ну, то, что в компании не делали исключения, и там, по факту я не смогла справиться с этим давлением, я так долго искала, и тут вот этот кандидат, ну, камон, серьезно, ну, типа, блин, он же, ну, все, короче. И я на самом деле не хотела идти против системы, я хотела ее обмануть. Вот. Вот. Ну, в лице как бы SEO, которому я откровенно не сказала этот важный факт. Вот. Какой вывод можно сделать из этого кейса? Ну, по крайней мере, какой вывод сделала я, это то, что драконов не нужно прятаться, с ними нужно бороться. Понятное дело, что выглядит эта борьба довольно тяжелой Вот. И, конечно же, интуитивно мы часто выбираем наиболее простые решения. То есть, ну, а бороться с драконом можно было по-разному. Можно было, там, как я уже сказала, отстаивать этого кандидата, можно было, там, не знаю, уволиться из этой компании, whatever. Вот. Но скрывать факт наперекор правилам, установленным, которые я приняла, когда я, в общем-то, уже пришла работать в компанию, было, конечно же, вообще не ок. И как бы нужно всегда помнить, что сложные решения – это в итоге легкие последствия. То есть, ну, как бы сложные решения – легкая жизнь, да, и наоборот. К слову, Костя проработал в компании много лет, вот, уже после того, как я ушла. Поэтому в целом история закончилась хорошо. Не уволили на тот момент ни меня, ни Костю. Но как бы было очень неприятно, и как бы пару седых волос мне точно добавилось после общения с SEO. Вот, и работать мне легче в той компании, в общем-то, не стало после этого. И третий, да, кстати, по поводу, если кто-то спрашивал, сейчас не помню, может, кто-то спрашивал, почему не брали тех, кто курит, потому что все на самом деле логично. Те, кто курит, они много выходят на перекур, соответственно, они теряют много времени продуктивного, им, по-моему, сложнее включиться в работу. Поэтому слава труду, как бы все работаем, минимально отвлекаемся и все такое прочее. А ты закурила после всего этого? Кстати, да, наверное, можно было после этого закурить. Ну, на самом деле, что самое интересное, что, ну, конечно же, у меня были на все ответы. Нет, я не закурила, но, блин, как я не соглашалась вообще со всем этим и со многим другим, и потому что, ну, на самом деле, то же самое можно сказать про людей, которые там ходят на кухню, пьют кофе там через каждый час, да, условно, да, когда еще там можно было ходить в офис и пить кофе. Поэтому все зависит, наверное, от конкретного человека, и вот так вот обрубать людей там только потому, что у них там есть какая-то вредная привычка. Ну, в общем, не знаю. Мне казалось это тогда очень странным. И третий факап связан... Он тоже... Это уже... Мы возвращаемся в наше время. Он тоже из недавних. Вот. И он, в общем-то, о команде, вот, которую... точнее, как? Начну, наверное, с того, что... Когда мы все, уходя в свой бизнес, многие из нас уходят, ну, вот как получилось, да, то есть у меня есть профессиональная экспертиза в HR и в рекрутменте. И уходя в свой бизнес, я уходила как опытный рекрутер, но совершенно неопытный предприниматель. Потому что, ну, как бы, кто нас учит предпринимательству и вообще? Все это для нас, ну, для таких людей, как я, новый абсолютно мир. Вот, поэтому мне казалось, конечно же, я читаю там всякие разные статьи интересные, да, я состою там в сообществе в HR и рекрутинг, поэтому я, естественно, знаю там о стадиях развития компании и так далее. Ну, в общем, мне казалось, что вот мы начали наш такой стартап-агентство, да, и, в общем-то, начало прошлого года, начало 2019 года, нам нужно развиваться, нужно идти дальше, нам нужно нанимать людей в команду. То, что это у нас только 3 человека. Мы сняли офис,
потому что я решила, что так, если мы наймем плюс еще новых людей в команду, нам, конечно же, наверное, все-таки понадобится офис, потому что нам нужно будет где-то синхронизироваться, как-то делиться опытом, не знаю, там, как-то, чтобы была некая такая причастность к тому, что мы не просто там какие-то разрозненные люди, которые работают удаленно. Вот, мы снимаем офис в центре, вот, замечательно вообще все, вот, и начинаем искать людей, находим двух рекрутеров дополнительно в команду, и я уже понимаю, что, в общем-то, у нас сформировалось прям такое ничего себе агентство, ну, то есть для небольшого, для такого возраста, как бы, агентства и для небольшого нашего такого формата, в общем-то, четыре рекрутера и плюс я, это прям, думаю, так, ну, все круто, мы идем в светлое будущее. Вот, и в феврале покупаем мы путевку в Норвегию, не путевку, а поездку. В общем-то, такие уезжаем в Норвегию, на неделю возвращаемся, и все прекрасно. И тут надо еще сказать, что стратегия меня, как любого владельца бизнеса, да, то есть чем должен заниматься владелец, это, конечно же, продажами, да, то есть нужен продажами и привлечением клиента. В моем случае как бы начинался ворибизи-рекрутинг с того, что клиенты так или иначе ко мне сами пришли по рекомендациям или просто напрямую. И так это все и повелось. То есть основной канал заведения клиентов в агентство был реферальный. Активными продажами мы не занимались. И как-то это все работало, пока нас было, в общем-то, там раз-два человека, и все было замечательно. И, ну, кто же бы мне тогда сказал, что когда ты нанимаешь людей в команду, тебе как бы, как владельцу бизнеса, наверное, надо как-то подумать о том, чем ты будешь людей загружать, и как ты вообще, какая-то стратегия у тебя должна, наверное, быть, как бы, того, что ты делал раньше, ты должен делать немножко по-другому, да, потому что мы предоставляем сервис по рекрутингу, да, это означает, что у нас всегда либо найм опережает продажи, да, как бы, ну, как у любой сервисной компании, сервисного бизнеса, либо наоборот, продажи опережают найм. Но в данном случае, как бы, у нас начался такой интересный перекос в команде в сторону, в общем-то, найма, да, то есть мы наняли двух людей, замечательно, все красиво. Вот, потом, в общем-то, февраль месяц, конец февраля, что-то я смотрю, что один клиент, с которым мы работали, у которых было много позиций, как-то очень быстро начинает закрывать их своими силами, и как-то вот у меня начинаются рокировки внутри команды, то есть человек новый пришел, работал над одной позицией, там, условно, неделю или две, тут как бы эта позиция отваливается, и мне там, я в срочном порядке рокирую между людьми нагрузку, и как-то это все было не очень хорошо, а потом наступило то, что наступило. Да, наступила середина марта, пандемия, и куча клиентов отпала. И передо мной стоит, то есть отпала куча клиентов. Что делает нормальный человек, нормальный владелец бизнеса? Конечно же, он начинает, ну, делать какие-то активные действия для того, чтобы там эти продажи увеличить, что-то с ними сделать. Ну, там, не знаю, искать клиентов каким-то там магическим образом, писать холодные письма, не знаю, лидогенерация, whatever. То, чем занимались другие агентства. Я начинаю этим заниматься и понимаю, что я не могу этого делать. Я вообще не могу писать людям холодные письма, именно вот продажам, как нашим потенциальным клиентам. Потому что у меня отличные, как бы, продажные скиллы с теми потенциальными клиентами, которые уже заинтересованы в каком-то рекрутинг-сервисе, которые готовы работать с агентствами, и они просто на рынке сейчас их выбирают. Тогда у меня практически 100% конверсия, да, то есть потенциальные клиенты после общения со мной, они, как правило, становятся нашими клиентами потом. То есть я очень классно продаю, когда уже человек, он как бы теплый, да, потенциальный лид. Но писать людям письма типа «Эгэгэй, мы тут агентство, вы ребизи, рекрутинг, мы тут занимаемся, мы такие вообще офигенно, мы вам поможем, а вот у вас я видела позиции на сайте». То есть как бы это было ужасно, я чувствовала себя максимально несчастным человеком, я саботировала этот процесс настолько, насколько могла, то есть я там доставила себе там количество людей, клиентов, которым я напишу и предложу наши услуги. В итоге я все это скипала, переносила на другой день, и вот мы медленно шли вот в таком, там вот март,
прошел месяц. То есть я, зная, что у меня люди работают в команде, я, в общем-то, продолжала платить зарплату им, потому что, ну, то есть я считаю, что это стопроцентная ответственность любого бизнеса вот в таком случае. И спустя, в общем-то, там месяц или полтора, я поняла, что, ну, во-первых, для того, чтобы заниматься активными продажами, нам нужен совершенно отдельный человек вот, в команде, потому что я этим заниматься точно не могу и не хочу. Что-то есть у меня внутри такое, мне сложно заниматься холодной лидогенерацией. Мы не делали там каких-то супер рассылок, да, все это было индивидуально, но ну, не могу я этим заниматься, вот и все. Вот все. Есть какая-то грань, которую там я не могу переступить. И это было неприятно осознавать на самом деле. Вот. И вообще как-то так очень уныло. Ты о себе стал узнавать такие вещи, которых ты бы не хотела себе узнавать. Вот. И в итоге мне пришлось уволить двух людей. Тех новых людей, которых я наняла, я уволила меньше, чем за месяц. Один человек успел проработать чуть меньше месяца, второй человек успел проработать, если не ошибаюсь, 3 недели. Эти люди нашли работу. Вот. Я сделала все, что могла, чтобы им помочь. И сейчас у них все хорошо, вот. Но на тот момент это было прям вообще не ок. Какой вывод я сделала? Ну, нельзя нанимать команду просто потому, что ты думаешь, что вот там у тебя есть клиенты, у тебя там есть какая-то текущая загрузка, и ты не видишь там, что у тебя будет потенциально, ты не планируешь, что у тебя будет через месяц, через 2, через 3, и у тебя нет плана Б, потому что вот такая штука, которая с нами произошла в прошлом году, ну, к ней, конечно же, я точно не была готова, к ней, наверное, и опытные предприниматели, владельцы бизнесов не были готовы, а уж такие, как бы, ламеры, в общем-то, как я, так подавно. Вот, и что найм сотрудника, это означает всегда для SEO, для владельца бизнеса, небольшого такого, например, как у нас, это означает смену стратегии, это означает, что самому владельцу, самому SEO нужно быть готовым к тому, чтобы прилагать другие усилия, направлять и фокусировать себя совершенно в другие сферы. И нужно это понимать, и, в общем-то, для того, что это не просто там, типа, платить людям зарплату, да, их нужно чем-то, их нужно нагружать работой, им нужно давать возможность развиваться, им нужно, по сути, давать работу, вот. И поэтому, да, с командой в прошлом году у нас не сложилось, она так и не собралась, так и не разрослась, вот, выводы мы сделали, вот, кстати, я не знаю, можно о таком говорить после такого рассказа, что мы сейчас, кстати, нанимаем людей, наконец. У нас все можно. Да, значит, пока, можно все. Тогда я завершаю свои истории и, в общем, завершаю эту историю тем, что эгэгэй, как это там у нас говорят, we are hiring, вот, и мы сейчас ищем в команду сорсера, плюс одного сорсера и плюс одного рекрутера, и вы можете быть уверены в том, что это решение уже выверенное, и мы прям очень надеемся, что это не факап. И мы к этому, даже с учетом того, что наступит вторая, третья и четвертая волна пандемии. Тут нужно было, чтобы произошел сдвиг вот здесь, вот, ну, как бы паттернов и вообще поведенческих. И мне нужно было просто по-другому воспринимать найм и, ну, как бы и то, что с этим делать после. Вот, поэтому я вам желаю, в общем-то, да, у меня же там еще есть слайды, потому что не только же не мемами едиными. В общем, почему я считаю, что факапы – это прекрасно? Ну, во-первых, потому что ошибки ведут к правильным решениям. Вот именно сейчас мы, например, если говорить про наш третий кейс и про те позиции, которые у нас открыты, мы сейчас четко знаем, что нам нужен отдельно сорсер, отдельно рекрутер. У нас не было такого понятия в прошлом году. Если здесь есть Катя моя, вот она, наверное, подтвердит это, должна была быть. Ошибки позволяют нам понять, почему получилось так, как получилось. Да? То есть они позволяют нам проанализировать ситуацию. И, конечно же, мне дают бесценный опыт. И, как я часто люблю говорить, опыт – это то, что у тебя никто не отнимет. Вот, поэтому это преимущество, это всегда преимущество, любой опыт. Вот. И, наверное, потому что с ошибками интереснее жить и веселее. Это прям очень весело. Вот. Может быть, не сразу это весело, да, не в процессе, когда ты ошибаешься, но потом, в общем-то,
это правда фаново. Вот, поэтому да, еще, кстати, что прочитать по теме. Кстати, Даша Назаркина, если ты здесь, то знаешь, что я стащила у тебя этот слайд, вот, у тебя тоже такое было, я посмотрела и решила, что мне тоже нужно такое что-то порекомендовать людям. Вот, и не поверите, но эту книгу я прям реально прочитала. Это было давно, вот, и она очень классная, я вам ее рекомендую, я читала на английском, на русском, она, блин, я хотела посмотреть, как она переводится на русском, но я не посмотрела, простите, вот, я могу потом скинуть в чат, в общем-то, ее перевод, вот, она прикольная очень, там есть конкретные кейсы, там есть разбор проблемы, в общем-то, почему так произошло, вот, что это была за ментальная ловушка, вот, и конкретные, как бы, указания, в общем-то, конкретный план действий, что с этим совсем делать, поэтому рекомендую, вот, и у меня на сегодня все, спасибо за внимание, и давайте ошибаться чаще. Передаю слово Анечке. Тобі дуже дякую. Я пофолав твоєї історії з CEO, хочу розказати свій. Коли я вийшла червона просто від сорому, історія була така, що в компанії, де я працювала, були така традиція спільних ретроспектив, коли ми всією команда була невелика, продуктова компанія, ми збиралися і всі разом брейнштормили, що ж, ну от, що ж пішло не так, якісь ауткоми записували. Ну, і я була дуже капець, яка незадоволена роботою CEO. От щось мені, от він намуляв просто, вони перейшли десь дорогу, ну не зрозуміло, що відбулося між нами. І я на цій загальній ретроспективі командній, це була українська частина команди, було всі оба в Америці, я пам'ятаю, що я пожалілася на нього. Ну, це був просто жахливий факап, тому що моя посада була Head of Operations, тобто я відповідала за роботу українського офісу спільно з CTO. І я дуже вдячна до сих пір, і цей урок мені, напевно, не вічно, я це буду згадувати і передавати своїм онукам. Мене моя колега, напарниця, відвела в сторону і сказала: «Аня, що ж ти робиш, курво?» Ну, курво вона не сказала, але зараз я собі це повторю. «Чого ти, союзниця CEO тут в Україні, публічно, на загальній ретроспективі, представляєш його в такому негативному руслі? Ти маєш захищати його інтереси, помагати йому будувати компанію тут, але не сварити його при всіх. Якщо ти маєш до нього певні, скажімо так, зауваження і пропозиції, виясни їх на один, а тоді приходь на ретроспективу і розказуй результати». Я цій людині вдячна до сих пір і вам скажу, народ, з керівниками завжди бувають такі моменти, коли ми з ними не згідні. Проте, якщо ви в команді HR-ів і рекрутерів, будь ласка, ви партнери для бізнесу. Ідіть і вирішуйте спершу питання напряму, щиро, з вашими власниками, CEO, топ-менеджментом, а тоді вже транслюйте вашу спільну думку разом із ними на загал. А якщо спільної думки з власниками бізнесу не виходить, скоріш за все, це просто не ваша компанія. На цій ноті, Юля, я тобі дуже-дуже дякую і хочу передати слово прекрасній і чудесній Даші. Даша, HRD в компанії Ajax Systems. Чути тебе видно. Ура, ти з нами. Розкажи про свої факапи. Всім привіт. Мене звуть Дар'я. Я HR-директор компанії Ajax Systems. Розробляємо, производимо умні системи безпечності. 3,5 роки назад у мене було в команді 2 чоловіка, зараз я управляю HR-департаментом 35 чоловік, сумарно до 5 команд. В компанії більше 1500. Коротше, робимо всякі важливі справи. От у мене виходить, можна посмотрети, познайомитися. Дуже скучна інформація. Путь у меня был такой длинный, HR-директором я работаю в первый раз, KPI у нас по 7 подвигов в неделю и 3 прыжка выше головы, поэтому лажаю я тоже часто, потому что не бывает поражений, не бывает подвигов без поражений, к сожалению. Я сейчас расскажу, зачем вообще я это делаю. Зачем вообще делюсь факапами? После того, как я получила приглашение на этот прекрасный ивент, у меня ушло 3 бессонные ночи, где я формировала списки вещей, которые я в этой жизни сделала не так. Спасибо большое. Поэтому у нас на выбор будет
Две истории я вам расскажу точно, одну предложу вам выбрать. Я не смогла определиться. Факапов у меня много, часть из них под НДА находятся, не могу никак представлять компанию, в которой я работаю, не всем могу поделиться. Но тем, чем могу поделиться, я поделюсь. Для меня очень важна типа, тема факапов, потому что однажды я посмотрела этот толк, и он изменил мою жизнь. Я потом вам ссылочку на него дальше оставлю. Я потом, это был тот толк Брене Браун, это американская исследовательница, которая занималась изучением темы стыда. И она изучала тему стыда в контексте лидерства в организациях. Лидерство в организациях — это моя тема, потому что очень хочу быть хорошим лидером. И я очень много вынесла с ее книжек, намного рассказывала про уязвимость, про вот это наше чувство недостаточно ок, и про то, что происходит, если взять, принять себя, типа, недостаточно ок, и еще и людям про это рассказать. Поэтому я очень ценю отношения, которые у меня есть в команде, формирую их и честно рассказываю про свои факапы для того, чтобы мои подчиненные могли мне рассказать про свои факапы, а не я их узнала через 2 года, как бомба замедленного действия, когда уже ничего нельзя изменить. Поэтому тот человек, который часто перед командой приходит и говорит, что сегодня я не алабай, сегодня другое животное. И честное признание своих факапов, оно помогает сохранить отношения, жирю отношения. А для меня лидерство — это достигать результата, сохраняя отношения. И если результата мы уже не достигли, то я стараюсь хотя бы сохранить отношения. Поэтому я всегда честно признаюсь первой, если я сделала что-то не так. И работа для меня — это очень важная история в жизни, и мне очень хочется ее проживать и быть в ней витальной. Ну вот, я не хочу притворяться кем-то другим, я здесь провожу по 8, по 10 часов, иногда больше в сутках, и мне хочется проживать ее по-настоящему и быть в ней настоящей, и поэтому... А настоящая я, к сожалению, принимает иногда неправильные решения, неправильно оценивает ситуацию, улажает, втычет, забывает, не всегда справляется с приоритетами, ну и допускает всякие, короче, такие ошибки. Вот, я вам тут оставила ссылочки. Блин, короче, много тотоков смотрю, и некоторые из них реально меняют мою жизнь. Вот один, типа, из них очень вам рекомендую, очень, типа, крутая книжка и для работы, и просто для жизни. Хто переживає, що не встиг лінки записати, все вийшло на e-mail. Технології 2021 року працюють, не переживайте. Сейчас я расскажу вам глава первая, в которой герой решил построить рекрутинг-команду, и у него не вышло. У меня нет ни одной рекрутинг-команды, которую я бы построила нормально с первого раза. Такая вот. Зато со второго получается вообще типа отлично. Аякс рос, мы масштабировались, я строила под собой вот эту типа линейку менеджеров, и потихоньку из менеджера, который управляет исполнителями, становилась менеджером, который управляет другими менеджерами. Такую личную трансформацию происходила. Делали мы это по команда за командой по одной, и наступило время для IT-рекрутинга. И я такая, о боже, я же создана для этого. У меня было видение. Я в IT-рекрутинге на тот момент проработала 7 или 8 лет. Плюс у меня есть опыт своего типа найма к себе в команду. Я его крутила со всех типа сторон. И плюс много же, короче, выпендривалась и рассказывала, какие типа IT-рекрутеры не такие. Вот сейчас я сделаю типа как надо. Сделала. Я не смогла договориться с бизнесом. У меня была идея о том, что у рекрутеров должны быть оклады, им должно быть бонусной части, чтобы у них не было внутри конкуренции. Мы же такую сильную команду типа строим. А бизнес хотел платить за результат. Я на бизнес обиделась. Типа, ты мне не доверяешь распоряжаться деньгами, я сейчас сделаю круто. Поэтому денег у нас было на позицию немного. Я очень сильно глубоко обиделась, что мне не доверяют, не хотела это ни с кем обсуждать. Вот сколько было денег на каждую позицию, столько мы типа и строили. При этом мы хотели, при этом у меня было видение идеального рекрутера, которое включало в себя глубокое погружение в продукт, видеть цели и задачи бизнеса, а не просто заявки закрывать,
хороший технический бэкграунд, чтобы хотя бы там, ну, бложек типа на Джанге был, знание комьюнити в лицо и всех там инфлюенсеров, хождение по техническим конференциям, плюс чтобы этот рекрутер мог проинтервьюировать глубоко менеджера и вычленить из вот этого меса, который менеджер произносит, реальную потребность, что человек ищет, и что она на самом деле нужна. И чтобы у него были сильные навыки в копирайтинге, и он мог это все описать в сексе вакансию. Вот, и пошли, ну, нормальные вообще типа требования, не знаю, что мне не нравится. Нормальные компетенции для нормального рекрутера, зовут столечко, типа денежек, что ж, типа идея была, у нас какая-то классная продуктовая компания на Куреневке. Прикольная же, типа, история, сейчас кандидаты к нам посыпятся, никто к нам вообще не сыпался. Собеседовали мы очень много, при этом количество вакансий у нас росло, как будто у нас эта команда уже есть, она уже существует, и бизнес так нормально нас поджимал. Много собеседовали, никто нам не нравился, вообще, типа, никто. Собеседовали, решили, типа, сдаться, потому что невозможно уже это было тянуть и взять, типа, кто есть. Ну, взять лучших из тех, кого мы просмотрели. У нас получилась команда из 3 человек. И рекрутинг-лид Яна, которая уже была на People First, и она рассказывала, как, собственно, нанимать IT-рекрутеров. А я вот рассказываю теперь, как мы к этому, типа, знанию пришли. Вот такая у нас, как «Пластилин колец 1», «Пластилин колец 2», такая, короче, история у нас получилась. Мы просто нормально, типа, за это знание заплатили, там, своей личной самооценкой и деньгами нормально заплатили. У нас получилась команда. В ней был один рекрутер, которого мы постоянно тянули, она не могла закрыть вакансию, поэтому ее там жестко микроменеджерили, проверяли ее первые письма, коммуникацию, на интервью ходили, ничего не получалось, и ей досталась вакансия PM-ов. А с PM-ами у нас не получалось до этого, их было несколько волн, мы их волнами меняли в Аяксе. И вот какая-то волна, на которой у нас больше нет ошибок, у нас больше нет права на ошибку, у нас уже 3 раза не получилось, у нас команды такие расхлёбанные, они их имена уже даже не запоминают, потому что не видят в этом никакого смысла. И мы собеседовали с CEO PM-а, нам очень хотелось нанять суперклассного PM-а, пускай там за супердорог, и на человека, который точно типа справится и точно не уйдет, и мы искали звезду. И там из-за того, что мы долго так тщательно выбирали, короче, очередное какое-то собеседование с PM, 5-е или 6-е, мы его всем уже показали, всем R&D-директорам, себе типа показали, у него там какое-то 7-е или 8-е интервью только у нас, боимся сильно ошибиться, поэтому там покрутитесь так. И после всех этих мучений я возвращаюсь в кабинет к этому рекрутеру, у меня уже такое истерическое настроение, что мы брать этого PM-а все равно не будем, потому что он не звезда. Можно будет не качать? Я не готова такое... Я под запись буду другое рассказывать. Хорошо. В общем, что-то, ну, у меня там истерический такой смех, я говорю, что PM не звезда, и этот рекрутер, которого мы долго тянули, она берет и отправляет прямую мою... И я говорю все это в шутку, я думаю, что все понимают, о чем типа речь, ну, потому что мне самой очень смешно собеседовать 8 раз человека, чтобы сказать ему, что он не звезда. Это же невозможная история. Да. Я думала, что я потом напишу в CRM-ке развернутую обратную связь по каким-то параметрам, что вообще там пошло не так. Плюс я сама это переварю, мне нужно время, я еще сама не до конца поняла, что произошло. Она берет и пишет кандидату, что он не звезда. А кандидат говорит, что я не согласен. И, короче, я много PM-ов собеседовала после этого, и он, типа, прав, он был звездой. И, ну, и так мы прощаемся, типа, с первым нашим рекрутером, которая там через 2 недели должна выйти из компании. В это же время у нас идет там личный... Потом мы извинялись, звонили тому парню, извинялись, говорили, что мы не то имели в виду, потому что выглядело это все совершенно нелепо и по-дурацки. И мы не понимали, как рекрутер может
такое вообще сделать и так нас не любить, чтобы так ответить нашему кандидату. Потом я для себя поняла, что мне вообще неплохо бы фильтровать базар и что я вообще кому говорю, и насколько люди понимают меня правильно, и не, все, и не факт, что все вокруг меня понимают меня правильно. Нормально, короче, выводы сделала из этой ситуации. Потом у нас не сложилось из этой же команды, с другим рекрутером, мне очень жаль, мне эта девушка очень нравилась. Я сегодня пыталась вспомнить, что типа пошло не так, или почему с ней нужно было прощаться, я реально не смогла это вспомнить. Там уже был конфликт между рекрутером и лидом, я третий менеджер. Я еще не до конца для себя понимала, как мне... формальное подчинение вот такое, как мне влазить, как мне не влазить, как мне всем этим управлять и контролировать. Она больше морально типа подчинялась мне, а у нее был лид, это вызывало кучу конфликтов и закончилось таким личным конфликтом, после которого невозможно было не попрощаться. И вот она тоже уходит из компании через 2 недели. И третья девушка тоже решила, что рекрутинг не ее самое подходящее время. Все уходят, она тоже уйдет. Сижу я, рекрутит клиент, у нас больше нет команды. А у нас очень живой, интенсивный бизнес. У нас потребности формируются не нашим видением ситуации, у нас потребности формируются те люди, которых не хватает уже сейчас. И если мы кого-то сейчас не наймем, значит, у нас что-то жестко заблочится, значит, наши клиенты не получат новые продукты. Либо кто-то сгорит из наших текущих людей. Ну, в общем, ну, короче, не можем мы не нанимать, мы не можем останавливаться, фактически не можем этого делать. И в целом вообще ощущения такие себе, потому что я специалист по найму, я не смогла нанять себе команду. Я HR-директор, который... Тут учат всех, как им правильно управлять людьми, при этом я типа науправлялась людьми, понимаете. Ну, нормальный такой типа удар по самооценке, там и мысли, что может это не мое, но у меня на это все не было, слава богу, времени. Я буквально за... Я написала систему мотивации, по которой мы до сих пор работаем, за 20 минут, потому что у меня был стимул это сделать. Мы полностью переработали компетенции, по которым мы отбираем рекрутеров, полностью рекрутинг-процесс переделали, заложили совсем, у нас совсем другая идеология, ну, совсем другая идеология в команде заложена. И все это мы придумали из-за того, что у нас не было команды, у нас не было времени сомневаться в себе, нам нужно было типа делать дела, и нам очень важно было не уронить бизнес. И весь, ну, короче, прикольно, что бизнес не заметил, что мы вообще остались без команды рекрутеров. Это первая история. Вторая история, это научило нас так многому, что я очень горжусь той командой, которая сейчас есть, потому что если бы у нас не было того опыта, мы бы это не построили. Олег. Да, возможно. Вот передайте вашему мужу, что он звезда. А третий человек решил уволиться из-за того, что он в команду не был интегрирован. В компанию не был интегрирован. Мы долго ходили, смотрели, думали, что человек, может, такой необщительный. Вот у нее, знаете, есть люди типа с бич-фейс. Ну, я много знаю людей с бич-фейс. Это не означает, что они всех ненавидят. Они просто такие люди. Да. И во-первых, мы больше не позволяем себе иметь неинтегрированных людей команду и в компанию. И если человек с нами не разговаривает, нам это кажется странным. Если он с нами ничем не делится, себя не проявляет, нам это тоже кажется странным. И мы с этим что-то делаем, докапываемся до сути. А до этого ты ж ходишь, смотришь. Ну, я в HR 10 лет, я столько типа вообще людей разных видела, они настолько по-разному работают, что очень сложно чем-то типа удивить. Поэтому мне все кажется нормальным. Ну, типа, мне все люди кажутся нормальными. Если они пришли в офис и работают, и делают дела, отличный типа человек, он нормальный. Вот. Короче, такая история. Очень было стрёмно остаться без команды. Я, честно говоря, думала, что меня уволят после этого. Потому что похерить типа за 1 неделю весь эти рекрутинг в Аяксе, это надо было уметь.
Как прописали мотивацию рекрутерам, я на BBE в PeopleFor сделала доклад про найм в рекрутинг-команду. Это вот то, что мы тогда сделали, можно будет посмотреть. Я на BBE наш Head of Recruitment, точнее, мы так развлекались. Глава 2, в которой герой решил раздать обратную связь на собеседование в процессе, чтобы люди могли исправиться. Я была адептом. Мне нравится давать обратную связь прямо в процессе собеседования и объяснять, как то, что делает кандидат, выглядит для меня, как для нанимающего менеджера, чтобы он мог сделать вывод и показать нам что-то другое, если он хочет. Ну, блин, делать вывод и не показывать. Я очень много разговаривала с нашими техническими специалистами, что говорить, если вы человека собрались не брать на работу, и вы уже поняли, что вы не сделаете ему офер, что говорить рекрутер вам перезвонит и скажет обратную связь, это типа трусость. Вот если ты сделал такое решение, вот возьми типа и в лицо его типа скажи, а то все какие-то типа с галерки смелые за девчонками прикрываются. Посмотри на них. Так, ладно, стараюсь не читать комменты. В общем, я, соответственно, в себе долго тренировала этот навык говорить человеку прямо в процессе, что вы сейчас делаете что-то не то. Сначала не на своих вакансиях, не на своих вакансиях это легче вообще. Очень легко увольнять не своих людей, очень легко нанимать не своих людей. Мне очень нравится, зовите, большое удовольствие от этого получаю. Потом, ну, это формировали в процессе уже интервью к себе в HR-команду, но мне тоже постоянно растет, много 70 людей. Мне казалось, что как минимум человек выйдет с чем-то типа полезным. Он получит какую-то обратную связь, это время будет для него прожито не зря, он уже не зря потратит свое время, даже если мы не возьмем его на работу, он что-то больше поймет про себя и про других людей, и про нас. Пока в моей жизни не появилась кандидатка на рекрутера, которая говорила, что ей не нравится, она не злым тихим словом, очень агрессивно и по-злому проходилась по всем менеджерам, нанимающим, которые у нее были в предыдущем месте работы. И это было очень тяжело слушать. Ну, типа, я понимаю, что она меня сейчас морально сильно выгашивает, какая, типа, ужасная эта жизнь, и я в этот мрак, безнадёгу и готику сильно, типа, погружаюсь. Я попросила потом приостановиться в этих жалобах. Ну, просто мне работать еще целый день. Я не могу с таким ужасом в сердце, типа, проходить и проработать еще там остаток, типа, дня. Мир, конечно, ужасен, но не настолько, ну, честное слово. Я очень люблю пострадать, но даже для меня это, типа, too much было. Мы попросили этого не делать, и мы объяснили, что у нас своя акция, мы строим партнерские отношения с нашими менеджерами, у нас командная работа, мы очень сильно этим дорожим и это бережем. И для нас очень важно быть аутентичными. Мы не притворяемся перед нашими менеджерами, что они нам нравятся, и не выходим за дверь и не говорим мне, что опять этот козел не может выбрать, кто ему нужен, опять он сам не знает, сколько уже можно, пальцем тыкает. Очень, типа, ну, такое, они, типа, все равно чувствуют. Ну, я верю в то, что даже люди с отбитой эмпатией искренне чувствуют, как люди к ним относятся. Поэтому мы стараемся такие отношения делать их подлинными и настоящими. Много с этим работаем, много внутренних тренингов делаем по этому поводу, чтобы показать, что там за этой тревогой менеджера стоит, почему он хочет тебя контролировать, он же тоже человек, давай на него посмотрим как на человека. Из-за того, что я сама менеджер, я поняла, как это вообще отстойно. Я пока менеджером не была, я так не думала. Я думала, что ты не можешь решить, кто тебе нужен, да ну соберись, что тебе деньги платят. А сейчас я поняла, что такое не можешь решить, кто тебе нужен. Либо там жестко контролишь. Вот, и мы дали, ну, и мы дали эту обратную связь. Я дала обратную связь, я попробовала повторить еще раз, что смотри, то, что ты делаешь. Я уже поняла, что эту кандидатку мы на работу брать не будем, но мы не сделаем ей оффер.
Я еще и по полочкам объясняю, что смотри, что ты делаешь. Ты мне рассказываешь, что тот типа козел, и этот козел, и этот тоже козел. И из-за этого тебе складывается плохое впечатление, как рекрутере. И оно идет вразрез с нашей культурой. И мы уже тебе 3 раза сказали, что наша культура другая, и неплохо бы подумать и как-то типа подстроиться, что говорить и что не говорить. И мы начали спорить. Она нам доказывала, что... Но я же этого с вами делюсь, я же менеджерам этого не высказываю. У нас же здесь такая дружеская встреча. Я ей говорила, что у нас здесь не дружеская встреча, мы не в паре встретились. Это собеседование, мы принимаем решение о том, хотим ли мы с тобой работать. Ты принимаешь решение о том, хочешь ли ты с нами работать. Мы не друзья. Ну, типа, мы не, ну, искренне, мы не жалуемся друг другу на жизнь. Я не вываливаю свои какие-то личные истории сейчас на тебя. Ничего такого не происходит. Мы все еще находимся в рамках типа деловых отношений. И то, что ты делаешь, оно приводит к другому результату. Там, я не хочу... Каждый раз, когда я говорю, что я не хочу тебя обидеть, не хочу задеть твои чувства, я просто пытаюсь показать, что сейчас происходит, и объяснить, как это все выглядит для меня, с моей стороны. Я просто пытаюсь донести и тебе, чтобы там на других собеседованиях ты это учитывала, чтобы ты в целом понимала, что происходит. Ведь это так здорово, понимать, что происходит, вместо того, чтобы не понимать, что происходит. Я столько не сказала, что кто мы такие, чтобы мы могли ее обидеть. И каждый раз, когда мне человек говорит, кто я такой, чтобы ты могла меня обидеть, каждый раз после этого он плачет. Вот серьезно, еще ни разу не было, чтобы кто-то эту фразу произносил и потом не обижался. И в общем-то, мы там запрашивали, понятно было, что нужно все это финалить, мы запросили у нее обратную связь о том, какие типа происходящее. Она у нас запросила обратную связь, мы решили вот это вот, короче, никто не может меня видеть, жизнь там была со мной по-настоящему злая, кто вы такие, меня уже по-настоящему типа завело, ну как-то я очень азартный человек, к сожалению. Закончилось тем, что мы ее еще там эмоционально чуть-чуть типа довели, еще раз попробовали объяснить, что она не права в своем типа поведении, что оно просто не приводит ее к нужному результату, я верю, что такое точка зрения может быть и всякое такое. По итогу кандидатка разрыдалась, она убежала, у нас еще и везде СКД с этой компанией, ничего не просто так. Честно говоря, мне не жаль было эту девушку, потому что то, как она проходилась по своим бывшим коллегам, а некоторых мы из них знали, вообще мне ни разу не было ее жаль. Она была довольно агрессивной, довольно неприятно и агрессивно бросалась на нас. В чем факап этой ситуации? В том, что я больше не даю. Я больше не даю обратную связь в процессе интервью людям, с которыми я не планирую работать. Если мне понятно через 15 минут, что я с человеком, я не буду делать ему офер, я не хочу его видеть в своей команде, я не хочу с ним работать, я вот в эту историю, типа, по 10 раз объясняю одно и то же, я больше в нее не вкладываюсь. У нас HR-бренд лучше, я сижу с милым лицом, иногда слушаю всякое говно в уши или какую-то дичь, которая у меня вызывает там внутренний какой-то протест, что в HR так делать нельзя. Я спокойно это все слушаю, я говорю, окей, я понимаю, мир разный, я не буду никому ничего доказывать. Вместо того, чтобы рассказывать людям в процессе интервью, что то, что они делают, оно типа не ок. Потому что потом она написала нам очень типа нормальное, обидное сообщение, мы ждали еще каких-то отзывов после этого, забанила нас во всех типа социальных сетях и сказала, что это было худшее интервью в ее жизни, интервью у нее в жизни было много, она рекрутер. Поэтому... Да вроде как она не только не подходила, она в целом пропагандировала, ну, она не могла подстроиться под процесс интервью, это человек, который там в найме работает по 10-15 лет, ожидаешь, ну, большего, и мне такое же как-то ожидалось от нее большего, мне, по крайней мере. Вот, короче, такая история.
Ну и, соответственно, больше я не даю обратную связь в процессе людям, с которыми я не буду работать. Я вкладываюсь только в тех, с кем я хочу работать дальше, или в тех, с кем я хочу поддерживать отношения дальше, либо если у меня попросили развернутую обратную связь. Если человек сам напрямую попросил рассказать подробнее, мог ли он сделать что-то по-другому, чтобы получить этот оффер, тогда я подробно расписываю, как-то активнее в это вкладываюсь. Даша, я тобі дуже дякую за щирість. Вот, у меня есть еще третья история. Она... Я могу быстро. Третья история. Давай. Она смешная. Одна из историй... Это просто сейчас связано с реакцией, это как-то понятно. А у меня был другой период в жизни, но очень коротко. У меня есть Twitter. Если кто не знает, я тысячница в Твиттере, двухтысячница. Очень давно его веду. И чем больше я его веду, тем больше неприятностей у меня из-за Твиттера, тем он мне, собственно, и нравится. И однажды офис компании, в которую я открывала и развивала, его закрыли. Я в этот момент находилась в отпуске. И по условной договоренности должна была переехать, получив офер в центральный офис этой большой компании. И пошли всякие слухи по рынку, что у вас там происходит. Меня начали тегать, наши друзья и знакомые спрашивать, что у вас там происходит. Там очень такое не супер типа этичное закрытие офиса было, очень такое отстойное. Я много увольняла людей после этого, я бы все равно делала по-другому. Меня начали тегать и спрашивать, что у вас там происходит, и я честно ответила в свои там 25 или 26 лет, что пока типа хуй его знает, я в отпуске. И потом, и на меня были подписаны редакторы ДОУ, и они сделали огромный материал, что в Харькове закрывается известная такая компания. Официально получить комментарии от пиар-службы, от HR-службы не удалось, но там типа главный HR харьковского офиса в своем твиттере написал, пока хуй его знает. Приеду из отпуска, разберусь. Так я осталась без перспектив карьерно. Ну, это удалось, быстро разошлась. Никакой типа речи о том, чтобы я продолжала работать с этой компанией, уже, понятное дело, вообще типа не шло. Я осталась уволенной вместе там, с другими типа сотрудниками. Короче, вот такая типа история. Даже не знаю, что еще рассказать по этому. Стала ли я больше фильтровать про то, что я пишу в Твиттере? Я стала ближе к 30. А, мне тогда было лет 25, наверное, еще. Долго до меня доходило. То есть этого повода для меня типа было недостаточно пересмотреть то, что можно публиковать в публичном открытом твиттере, в том, что нет. Честное слово. Потом у меня однажды уволился завхоз из-за моего твиттера. Он прочитал некоторые твиты. Какая-то причем такая смешная история была про работу. Мне аж обидно типа стало. И тогда я узнала, что у завхозов бывает типа твиттер. Вот, спасибо вам большое за внимание, за то, что вы послушали мои лучшие истории. Почти их не осуждали, но все равно осуждали в комментах. Пожалуйста, не носите белое пальто, и люди к вам потянутся, и вы 10 тысяч раз станете типа приятней. Очень рекомендую. И спасибо большое, что позвали на этот ивент. Даша, я тобі дуже дякую за щирість. З твого остання історія моя улюблена. І висновок, пусті не брати телефон в руки, мені тут в чаті дуже сподобалося. Дякую тобі за щирість, дякую за те, що ти така, яка є. Ми не зобов'язані всім подобатись, ми не 100-доларова купюра, камон. Так що давайте, я розкажу теж одну малесеньку історію, перед тим, як ми перейдемо до... Вона супер маленька. Я знаю, що влада чекає свого виходу, і я дуже чекаю виходу влади. Перед тим, як передати їй слово. Про зворотній зв'язок під час співбесіди ви почули, а у мене була історія така, що я, ну це ще все в офлайні, коли ми всі жили в офлайні, я співбесідувала кандидата. О, Боже, як згадаю, мені страшно стає.
Ми сидимо. Я з першого буквально 10 хвилин зрозуміла, що все не так. Ну але ми гарно проводили співбесіду. В кінці кінців я кандидата з кімнати вивела і побігла назад в кімнату щось обговорити з хайрінг-менеджером. Кандидат не вийшов з офісу. Справа в тому, що він залишився в коридорі, і він забув певні речі, які в мітінг-румі він мав. Та там, не знаю, чи наплічник, чи якийсь там телефон, чи рюкзак. І в момент, коли ми яскраво обговорювали кандидата, він заходить в мітінг-рум, пробачте, я забув свій наплічник. І, боже мій, як мені було незручно перед ним. З тих пір я завжди виводжу кандидатів до дверей офісу, а в Zoom'і закриваю спершу кнопочку «End meeting». Так що не давайте зворотній зв'язок, якщо ви не готові його давати в обличчя. І на цій ноті я передаю слово нашому останньому спікеру на сьогодні. Влада, ти з нами? Да, я з вами. Всім привіт. Ура, привіт. Спасибо. Привіт. Спасибо всем большое, что дождались. Кто не дождался, тот послушает в записи. И буду тогда начинать. Все, тут, наверное, очень много людей, которые меня знают. Часть мне в личку пишут и поддерживают. Спасибо большое, это очень приятно. Расскажу немножко по поводу того, кто я и чем я занимаюсь. Я порядка 8 лет работаю в IT-рекрутменте без отпуска, без перерыва. И без ухода в какие-либо сабатиклы и так далее. За это спасибо отдельное моему терапевту, который, собственно, меня поддерживает. Большинство людей, клиентов и сотрудников, и кандидатов называют меня просто Влада. А есть категория, которые говорят, о, это та, что с розовыми волосами. Ну и да, это я, та, что с розовыми волосами. Но не рекрутментом единым я занимаюсь. Есть еще определенное количество хобби у меня. О, Алина, привет тоже. Вот, я занимаюсь стрельбой из пистолета, ранее занималась пауэрлифтингом, игрой на бас-гитаре и так далее. Ну, тоже люблю путешествовать, но в этом году не сложилось. И, наверное, перейду сразу к сути, потому что все немножко, наверное, подустали уже. Потому что понедельник, день тяжелый. Значит, факапят все, но не принято в мире успешного успеха говорить о том, что мы факапим. Поэтому для себя я определила порядка 6 различных типажей факапов, которые со мной случались. Ну и не факт, что это еще в будущем не повторится. Первый факап – это механический факап. По-любому каждый из нас хоть раз в жизни писал кандидату не то имя, скидывал не ту вакансию, делал инвайт не на тот день в календаре или не то время, отправлял фидбэк не тому кандидату или отказ. Поэтому это то, что есть, то, что было. Я более чем уверена, что у каждого человека, который сейчас присутствует, такая ситуация была. С одной или с другой стороны. Это 100%. По поводу вторых факапов. Это факап из-за отсутствия опыта, либо же знаний. Это, наверное, самый такой грустный и обычно случается с не сильно опытными рекрутерами, которые начинают только свой путь рекрутмента. Поэтому от этого никто не застрахован. Ну и ситуация произошла со мной где-то в далеком 2013-2014 году. Я работала в продуктовой IT-компании со штатов. Очень классно, динамично развивающаяся. Все было круто, идеально. И просто я там летала на крыльях. И приходит ко мне овнер и говорит, Влада, нам надо нанять DevOps. Но раньше это называлось SysAdmin, поэтому говорит, иди, возьми нам DevOps, найди. Окей, я пошла на рынок, там долго чала изучала, что же это такое, с чем это едят. И нашла людей, все по классике, этапы собеседования, и на радостях из 3 человек подходит один, мы ему выкатываем офер, он принимает, все круто, радости нету конца. Ну и все, и я себе продолжаю работать. Спустя 2 года, наверное, я опять получаю вакансию DevOps и выхожу на одного кандидата, с которым мы уже общались. Вот давно, вот пару лет назад, грубо говоря. Я пишу, привет, вот у меня есть вакансия, я говорю, давай оплайся к нам. И он мне пишет фразу, говорит, а ты можешь мне, пожалуйста, дать фидбэк по прошлому собеседованию? И я сижу такая, молчу и понимаю, что я действительно не дала ему обратную связь. Мне на самом деле было очень сильно неловко, потому что, ну, меня фактически ткнули носом в то, что я где-то не доработала. Ну, я не растерялась, написала ему, говорю, ты же, наверное, понял, если я тебе ничего не отписала, что ты, наверное, не прошел. Понятное дело, общение по новой вакансии с ним не сложилось, к сожалению, но мы с ним остались друзьями, он мне до сих пор рекомендует людей. Ну вот, осадочек, так сказать, остался.
Третий этап факапов – это факап из альтруизма. К этому приходит каждый рекрутер где-то через год или полтора работы. Ты ощущаешь в себе силу помочь и желание, главное желание, помочь всем и каждому. Тебе приходят запросы, ты пишешь людям: да, я посмотрю ваше резюме, я с радостью скажу, что тут стоит поправить. Я обязательно спрошу у других друзей, рекрутеров, какие у них есть вакансии, и тоже попытаюсь помочь вам найти именно ту компанию, которая вам будет подходить. И ты просто закапываешься в этой тоне сообщений, резюме и вот это вот всей массы информации, и пытаешься всех устроить. Еще начинаются к тебе приходить такие запросы, как там, сын маминой подруги заканчивает КПИ и так далее, то ты же рекрутер, ты же можешь помочь ему найти работу, и начинается. Поэтому, да, я более уверена, что у всех было. Поэтому, ребята, это круто помогать, это хорошо, но тем не менее, ребята, не забывайте об основном фокусе. И это, конечно, игра в долгую, но по мере своих возможностей не пытайтесь устроить всех. Всех устроить нереально. Но опять же, у вас есть основная работа, и в свободное время вы можете плюс-минус спокойненько помогать тем людям, которые просят помощи. Ой. Перейдем к четвертому факапу. Они у меня будут коротенькие. Если у кого-то вдруг возникают вопросы какие-то, по ходу можете задавать, или, я не знаю, там в конце должна быть сессия вопросов. Факап с потенциальным кандидатом. Этот факап произошел буквально 2 года назад, научил меня очень много. Действующие лица. Заказчик, кандидат, который прошел все этапы собеседования, и мой коллега. Ситуация следующая. Одна продуктовая компания открывает в Киеве R&D офис. Они уже полгода занимаются поиском кандидата, но у них не выходит. Они подключают рекрутинговое агентство, собственно, нас, и мы начинаем со своей стороны искать человека. Мы находим кандидата, проводим его по всем этапам собеседования. Все круто, но есть один момент. У них ограниченный бюджет. Он на уровне рыночных цен, но, тем не менее, кандидат очень далеко живет, и ему, честно говоря, впадло ездить в офис, потому что офис находится далековато от него. И я общаюсь уже напрямую со своим рекрутером, говорю ему: слушай, позвони кандидату, спроси, чисто теоретически, готов ли будет этот кандидат принять офер, если мы еще нарешаем ему порядка там $200 в месяц. Для того, чтобы он смог ездить в офис, это было до пандемии, да, ездить в офис на такси и утром, и вечером. Мы посчитали расстояние, посмотрели в час пик, сколько будет цена за такси, и все счастливы. Что делает мой подчиненный? Он берет, звонит кандидату и при мне же говорит: привет, мы решили тут пообщаться с овнерами, и тебе дают еще плюс $200 в месячной зарплате. И я сижу, у меня просто паника, ужас, думаю, что ты говоришь. Просто кандидат говорит: о, плюс $200, конечно, я согласна. Что же вы раньше так не сказали? Ну и они поговорили, все круто, кандидат на словах принимает офер. Он кладет трубку, я подхожу и говорю: ты немножко зафакапил, потому что надо было спросить, готов ли был он. У нас фактически этих денег еще нету. Ситуация неоднозначна. Я сразу же звоню нашим товарищам из компании, говорю: ребята, ситуация вот такая. В разрезе года это выходит, сколько там, 2400, это не сильно большие деньги, но тем не менее, учитывая, что так сложилось, мы там готовы как-то решать этот вопрос. Они долго внутри обсуждали этот момент и пришли к тому, что в принципе, дадут ему плюс $200, но исходя из того, что это будет, там, грубо говоря, в минус нашему гонорару. Вот. Поэтому ситуация такая, научила меня делегировать, я не знаю, прописывать все вопросы, и чтобы человек читал с листочка, если он не в состоянии запомнить такие вещи. Вот. Теперь перейдем к следующему нашему факапу. Факап с текущими сотрудниками. Это все тот же сотрудник, который предложил плюс 200 кандидату, и мы так вырулили в итоге. Проходит, там даже два будет. Я, наверное, про сотрудника не буду, про другую компанию. Значит, работала я в компании, которая
тоже продуктовая. Я просто люблю продукты, вот, поэтому мне там нравится работать. Компания продуктовая, все прикольно. Нанимаю кандидата, вакансия сложная, стек технологий старый, минус еще какой, репутация компании, нету никакой информации, есть только официальный сайт и статья на прекрасном IT. Ну, нанимать, сами понимаете, сложно, приходится очень много и долго работать с возражениями и так далее. В итоге мы наняли кандидата, все круто, он вышел, но с первых дней у него не заладились отношения с его лидом. Ну, такая легкая конфликтная ситуация. Ну, в принципе, я ее решила так, что я рассадила ребят по разным кабинетам, ну, и думаю, все круто, я молодец, я дорешала, я поехала в отпуск. До свиданька. Собирая свои вещи, уехала я в Польшу, лето, классно, я сижу, попиваю пивко в баре, и тут приходит мне, значит, тонна сообщений в скайпе. И мне пишет этот кандидат, который работает на текущий момент уже две недели, говорит, я вас по судам затаскаю. Вы все плохие люди. Ну, там было как бы с другими словами. Говорит, вы мне жизнь испортили из-за вас, потому что я принял ваш оффер, я отказался от других, более серьезных компаний, и вы мне должны выплатить неустойку. Вот. И точка. Я звоню лиду, говорю, типа, что случилось? Что за фигня? В итоге он говорит, да не, ничего, нормально, мы с ним поговорили, он нам не подходит, мы его увольняем. Я говорю, а мне можно в отпуск нормально съездить, чтобы вот такого не происходило? Ну, я как человек на опыте беру и делаю скрины, потому что без скринов очень трудно будет что-то доказывать. Учитывая ограниченный доступ к интернету, я быстренько пишу директору, говорю, типа, SOS, alarm, save me, save us и так далее. Говорю, спасите, помогите. Рассказываю ему ситуацию, говорю, чувак выглядит странным. Я не понимаю, что там происходит, я не в офисе, не в Украине вообще, я не могу это решить никак. Давай там ты со своей стороны просто дашь ему денег, пусть он уйдет и нигде не пишет там отзывов, никуда на нас там не заявляет и так далее. Скрины не горят, это 100%, они, кстати, до сих пор есть, но в презентации я их не ставила. Вот, в итоге... Мы распетляли эту ситуацию, все забыли, как страшный сон, заплатили человеку денег за месяц или полтора, хотя проработал он две недели и никакого value компании в принципе не принес. Мы пересмотрели немножко свой найм, там, порешали еще какие-то внутренние вопросы для того, чтобы такое не повторялось. И спустя год я себе спокойненько захожу на Dow и читаю статью. Статью от этого кандидата. Про аналогичная ситуация, как была у нас, но с другой компанией и другие там фигуранты. Я, в принципе, нахожу эту компанию, пишу овнерам, C-левелу, HR-ам, говорю, ребята, у меня даже скрины есть. А он говорит, вот уже тут там в суды, значит, у нас дата такая-то, буду их там, значит, песочить. Я говорю, у меня есть скрины, если надо, я готова приехать к вам, а это уже было в Харькове, я готова приехать к вам для того, чтобы дать показания в суде, если дело дойдет. Ну, ребята сказали, пока мне все ок, мы попытаемся замять. Ну, и, в принципе, они замяли, никаких судов не было. Но мораль данной басни такова, что надо перепроверять рекомендации, потому что если бы ранее я спросила рекомендации с прошлого, позапрошлого места работы, я бы знала и владела информацией, которой мне не хватало. А именно то, что со всех своих компаний предыдущих он уходил таким же образом, и ему выплачивали все компенсацию. А еще ранее популярный был когда-то черный список кандидатов, и там, собственно, были о нем комментарии. Вот такая вот история. И это было очень, очень неприятно по тем временам. И до сих пор остался какой-то легкий страх, что если ты уходишь в отпуск, то произойдет обязательно какой-то факап. Потому что тебя нет, и у тебя есть ограниченный, опять же, интернет, и ты не можешь ничего решить. Вот. Это было, конечно, очень грустненько. И еще была ситуация с сотрудником внутренним тоже, с которого взяли свитчера. Да, осадочек остался.
Я вижу, у всех были такие ситуации. Еще была ситуация с внутренним сотрудником, который вот плюс 200. Он был хороший ресерчер, прям офигенный. У меня вопросов к его работе не было, он был исполнительным, но он был слишком мягким или слишком добрым, или nevermind. Все коммуникации, которые на финальных этапах, мне приводилось врываться. Где черный список? Я не знаю, погуглите, может, он еще есть. Значит, на всех финальных этапах с данным сотрудником мне приходилось врываться в коммуникацию, потому что он не мог вовремя включиться, когда там дело доходило до контр-оффера, до каких-то там, ну, дожать, допушить кандидата и так далее. Ну и вот работает у нас сотрудник через 1.5 года, все нормально, я немножко устала, что надо все время там доводить кандидатов, потому что помимо этого у меня есть другие задачи. И на новогодний корпоратив, когда человек изрядно выпил, он рассказал тираду, что он у нас тут, значит, настоящий классный рекрутер, а мы все говно. Это же слово можно говорить, правда? Вот. И еще много других вещей интересных, что он самый классный и может тут, значит, закрывать все вакансии, больше никто ему, в принципе, не надо. Вот. И факап тут такой, что я за вот этот период, за 1.5 года, в принципе, не смогла найти подход к человеку, несмотря на то, что у нас на регулярной основе были one-on-one, за то, что мы очень много времени проводили в коммуникации совместно и так далее. Я до сих пор не понимаю, как можно было выявить вот это вот все. Просто надо, не знаю, там, напоить человека в первый рабочий день, чтобы он уже все рассказал, или там после испытательного, чтобы посмотреть, как это все будет происходить. Поэтому тут ситуация такая. Вот. Ну, перейдем, наверное, к самому интересненькому. Факап с владельцем бизнеса. Тут будет фигурировать уже компания, которую мы знаем, которая была на сайте «Прекрасное IT». И основная проблема была в том, что не выстроена коммуникация. Причин много, наверное, это первое, это культурная, like cultural difference. А вторая причина – это то, что овнер, понятное дело, находится в Штатах, ну и доступа к нему напрямую нет. И проблема еще была в том, что ну, трудно было выдернуть его. Понятное дело, он все время на митингах и так далее. В чем основная суть этого факапа? В том, что, как и любой овнер, он считал, что компания топовая. Если ты откроешь дверь офиса, там стоит порядка 15 человек, которые уже готовы работать, синьор-джависты. Версия Java, пофиг, мы готовы со всем работать. Главное, лишь бы у вас. И никто не хотел вкладываться в employee branding. И когда там проходит время, кандидаты не нанимаются или нанимаются, ну, такие, что потом приходится им отступные платить, то возникает вопрос. Влада, где люди? Людей нет по причине того, что нет никакой информации, и нету никакой лояльности со стороны кандидатов к компании. Поэтому тут единственное, что могу посоветовать людям – достучитесь до овнера, если вы не являетесь овнером. Попытайтесь привести аргументы и прям, я не знаю, если надо тыкать лицом в какие-то факты и какие-то вещи, статистику и так далее, сделайте это, потому что это улучшит вашу жизнь, и вы сможете нормально работать. И никто не будет предъявлять вопросы, где люди. Кстати, я уже не работаю в этой компании, наверное, 3 или 4 года, а у них ничего не поменялось. Как бы ситуация все такая же, поэтому я не знаю, как они сейчас нанимают и, в принципе, будут ли они это делать. И, наверное, есть смысл добавить еще одну историю про уже украинский продукт, в котором мне посчастливилось поработать. Значит, у меня слайды следующие, это последний будет, поэтому мы останемся пока на этом. Значит, прошла этапы собеседования в компанию, все круто, молодая, динамично развивающаяся, все по классике. Прихожу работать, действительно очень хороший коллектив, мне понравилось. Я такая вся заряженная, думаю, эх, что за плохая компания. Зайдите на LinkedIn и попробуйте угадать. Значит, я думаю, ну все, сейчас мы тут построим просто рекрутмент-процесс, мы наймем 101 команду, и будет офигенно.
я замотивированная, там, первые 3 месяца нахожу 2 человека, руководство говорит, о май гад, как ты это делаешь? Я говорю, пацаны, я умею, я сейчас все сделаю. За полгода где-то собираем команду, там, порядка 6 человек, наверное, или 7, и все круто, я довольна, деньги платят, все счастливы, и вообще огонь. Ну, и у нас была такая традиция внутри компании, то, что мы каждую пятницу проводили какие-то новые шеринги. На новые шеринги обычно один человек из команды, компании, неважно, какая у него была должность, он рассказывал немножко о том, чем он занимается и как он это делает и так далее. Ну, и вот в очередной такой вечер пятницы приходит наш директор и говорит, сегодня мы прощаемся с командой вот этих вот разработчиков, которых я наняла. И я сижу, у меня просто нету слов, у меня одни выражения. Сидит, значит, команда разработчиков этих, смотрит на меня. Я показываю, типа, пацаны, я ничего не знала. Действительно ничего не знала. И все. И тут меня разрывает на хобяки. Я просто сижу, рыдаю, думаю, блин, да как так? Нельзя же так делать. Вам же надо люди. Зачем? Ну, почему? И еще 1000 других вопросов. Ну, понятное дело, вечером мы там все посидели, пообщались, и овнер бизнеса говорит, давай мы завтра с тобой встретимся, и я тебе расскажу, почему я это сделал. Я говорю, ну окей, ну я там полночи не сплю, думаю, блин, вот это что ж делать с людьми, они вот, особенно были ребята, которые только-только перешли, там, не знаю, неделя, месяц, ну они еще особо не успели освоиться, а их уже увольняют. Я там быстренько, судорожно пытаюсь уже подсуетить им работу, раскидать по другим рекрутерам для того, чтобы они смогли быстро и плавно куда-то устроиться, а на дворе лето, и в принципе не сезон. Поэтому все довольно-таки в спешке происходит. В итоге встречаюсь с овнером, сидим, пьем кофе, я говорю, типа, а почему ты так сделал? Он говорит... Ну, мне показалось, что тимлид вот данной команды, он немножко выгорел. И он демотивирован, и я решил, чтобы такое не происходило с другими командами, я решил уволить всех. И у меня просто занавес. Я сижу и понимаю, что, в принципе, доказать данному человеку я не могу ничего. От слова совсем. И единственное решение в данной ситуации, с моей стороны, это просто... попрощаться и искать другое место работы. Потому что если ты не можешь положиться на овнера, в принципе, когда у вас с ним должны быть какие-то общие видения, общие ценности и общая идея, да и в принципе, то вам, наверное, стоит уходить. Наверное, это не ваша компания, это не ваш бизнес в итоге. Поэтому как-то так. Ну и последний слайдик. Спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте. И также, наверное, на правах рекламы мы нанимаем к себе, ищем человека, ресерчера и рекрутера. Втащить. Втащить можно, в принципе, да, но я думаю, это не сильно круто будет, если втащить кому-то. Сори, я скажу, а мы HR себе ищем. Это все-таки целевая аудитория. Это я забыла рассказать, сори, спасибо. Так, да, тут, мені здається, що всі в чаті. Можете кидати вакансії, чат, нас тут багато рекрутерів, HR-ів, тому минутка реклами. Я дуже вдячна, поки говорила дівчата, я згадала, чого я створила цю спільноту. Я не знаю, в мене якісь певні моменти, в мене сльоза просто пробувалася отут, і я думаю... Я мріяла створити спільноту, де ми можемо бути справжніми версіями себе. Я мріяла створити спільноту, де ми можемо отримати підтримку. Я мріяла створити спільноту, де ми можемо говорити не шаблонними доповідями, не вітринними доповідями, коли у нас все добре, у нас найкращий в світі процес і соцпакет, і взагалі все ідеально. Я безмежно вдячна вам за підтримку, за те, що ви... були справжніми версіями себе. Я в мене просто, знаєш, під кінець вечора у мене немає слів через те, що я розумію, наскільки важко зізнатися, наскільки часу треба пройти і прожити, щоб зізнатися в помилках. Скільки сміливості треба набратися, щоб сказати про це вголос. Скільки сміливості треба мати, щоб
розуміти, що ти можеш не подобатися усім і бути собою. Я сподіваюся, що після нашого мітапу факапити вам буде не так страшно. А якщо буде страшно, то я запрошую вас долучитися до нашої спільноти People First Club, нашого закритого клубу, де ми тусимо, спілкуємося, обмінюємося досвідом на таких простих і щирих івентах, не вітринних, не шаблонних, де ми встигаємо поспілкуватися з кожним спікером кожного місяця. У нас близько 8 івентів. Я не знаю взагалі, як нам це все вдається, але якось 4 місяці вдається, і попереду ще не один рік такої плідної праці. Я щиро вірю, що, власне, в силу спільноти і в те, що, бачите, у мене така картиночка є, я не знаю, чи вам видно буде. Це листівка, яка нагадує мені про те, що я роблю і чому я це роблю. Так от, Knowledge Seeks Community. А ще я щиро вірю, що той, хто ділиться знаннями, той стає багатшим. Тому приходьте до нас в клуб і ділитися знаннями, і отримувати їх. На цьому від мене рекламна хвилинка все. Офер до завтра на рік. Почніть рік правильно. І ви можете до завтра, до кінця дня приєднатися на рік в People First Club за ціною 8 місяців. Я не знаю, як я вмовила команду це зробити. Команда, пробачте, це мій факап, але я думаю, що за щедрість ще ніхто не помирав. Дівчата, ви прекрасні. Ми можемо... Так, що тут у нас? Влада, навчить я даже мати кандидатів. Я пропоную, раз у нас така лампа... Я пропоную просто прислати CV і приходите. Я внутрі команди завжди роблю всякі knowledge-шерінги і учу, як це робити правильно, щоб було приємно і вам, і кандидату, і в кінці заказчику. Влада, звучить як тренінг «Научим даже мати кандидатів». Інтенсив на суботу, я вже запланувала. Та бо скільки було? 8 днів робочих підряд? У мене 14 вже спочатку. Ну, я просто вчора 2 дні була на обученні, поэтому да, все нормально. Я вам дякую всім за фідбек. Я вас чекаю всіх в клубі. Хто хоче продовжити спілкування, ми можемо залишатися ще хвилин 10 на Q&A. Дівчата, я бачу, вже наливають вино, а у мене ще не налито, я блін з чаєм. Даша за кермом їде додому. Тому так, Влада класний тренер. Народ, пишіть відгуки. Дівчата готувалися до ночі. Хтось мені вчора в першій ночі теж писав про слайди, так що я думаю, їм буде приємно побачити від вас відгуки. Дякую, дякую, дякую. Да, Катя, спасибо. Таня, Христина, Оля, Таня, Аліна, Іванна, всім дякую за ваш час і за те, що ми спільно провели круто вечір. Но вопросов я больше не вижу. Если плюс есть у кого-то, то задавайте. Если нет, то мы пойдем наливать. Наливать. Я тоже питань не бачу. Лучше вечер понедельник. Дякую, Оль. Как зовут кота? Как зовут кота? Марс зовут кота. Угу. Марс, я знаю, я слежу. Мы все знаем, как звать твоего кота. Ты бы на чем-то задавали. Тут есть вопрос, какие самые глупые вопросы вам задавали на собеседовании? У меня спросили, а у вас есть парень, и как насчет тройничка? Это мой топ. Все. Больше глупых не было. Добрый, мои вопросы на такие дороги. Даша, что в тебе? У меня спрашивали три принципа ООП. Харкові. Ні, ну мене про Solid теж спрашували, що як розшифрую мені Solid, але це на собісі, та на собісі. Юля, що в тебе? Ну да, ну по телефону кандидат спросив, як насчет тройничка, я сказала, що це ніким образом не відноситься к темі нашого розмови і вирішила сворачувати. Вот. Їх 4. Юля, тебе не чути? Та, я тут пишу, що тебе не чути, і я теж кажу, що тебе не чути. І тебе далі не чути. Можливо, в тебе навушники сіли і щось. Просто наливай. Народ, ви просто найпрекрасніша аудиторія ever. Такого активного чату я не бачила на жодного івенту, тому ви заслужили. Я вам бажаю або добратися додому, якщо ви в офісі, або пересунутися з однієї кімнати в іншу, якщо ви в хоум-офісі. Налити алкоголь або без алкоголю і пригадати свої факапи і потішитися своєму прекрасному досвіду. На сьогодні
Можно так, последний вопрос? Давай. Реагировать на вопросы про прекрасно? Я считаю, что тот, кто умеет, тот делает и по-любому попадает в том или ином виде на прекрасное, поэтому реагировать нормально. Потому что все там будем или уже были. Да, точно. Я каждый раз попыталась получить какой-то конкретный вопрос, который был сформирован в виде чего-то типа конкретного, кроме мы видели про вас статью типа на Иваном. Типа, чувак, я ее не видела, по-твоему. Серьезно мне об этом рассказываешь? Я всегда спрашиваю, что конкретно типа смущает. Вывожу на какую-то типа конкретику, чтобы мы хотели обсудить, чтобы этот разговор был неким типа предметным, потому что нет смысла обсуждать существование Иванова или статьи там про нас. И про меня лично, и про нас, и вообще. Вот. Влада, будешь выступать в People First Club? Влада, ты просто мусишь, например. Если позовут, то буду. Зовут! Уже! Мы же, чекай, на субботу запланували. На цю чи не наступну? Інтенсив. Давайте отдохнуть хоть одні выходи. Да, добре, добре. На березні. Дякую вам за активність запитання. Я повторюся з тим, що ви найкраща аудиторія, і це щиро. Мені здається, що за виключенням буквально деяких коментарів я відчувала реальну підтримку і відчуття того, що ми всі в одному човні. І хто не пливе, той з човна. Ну, і не знаю, хто колись пробував на сапі плавати. І хто попробує плавати на сапі, той неодмінно з нього бабахнеться так дуже добре в воду і не завжди дуже вдало, і це завжди дуже смішно. Але потім можна досить добре навчитись балансувати і вже не так сильно з того сапа впадати. Я бажаю вам... А, і утопить телефон. Блін. Я бажаю вам класного, плідного року попереду. Я бажаю вам факапів, з яких ви вчитеся, і я бажаю вам факапити поруч з людьми, яким ви можете довіряти. І класних команд. Я всіх обіймаю віртуально. Я думаю, що нам вдалося зарядити цей рік на прекрасний-прекрасний час. Так, я не встигаю. Як можна зробити чесне сердечко і фотоапарат? А, ні, чекайте, в мене є... Блін, в мене одна рука. А, що робити? Треба попросити, щоб хтось із публіки зробив. Та, зробіть скріншот. Прийшліть мені. Чекайте, раз, два, три. Давайте, три, два, один. Чи раз, два, три. Ні. Всім па-па, до зв'язку, до зустрічі в клубі.